тверская молодежь может активно участвовать в жизни и развитии столицы Верхневолжья. Депутаты городской думы приняли решение о проведении конкурса по формированию молодежной палаты. Специальная комиссия рассмотрит всех кандидатов от 16 до 30 лет, которые подадут свои заявки, представят анкеты и конкурсные работы. И только самые активные и продвинутые войдут в состав организации. Тему продолжит наш корреспондент. На формирование молодежной палаты всего 2 месяца. Председатель Тверской городской думы Евгений Пичуев подписал постановление о проведении конкурса и назначении членов конкурсной комиссии. Она будет состоять из 11 человек, депутатов и представителей общественной палаты. Наша задача с вами сформировать вот эту молодежную палату, вот этих лидеров молодежи, которые будут стоять за молодежь, отстаивать интересы молодежи, которые должны будут доносить, да, как для депутатов Тверской городской думы, как для администрации города Твери, также и вышестоящих органов власти, что молодежь есть, чем она занимается, что она хочет видеть, их мнение. Председателем назначен депутат Илья Холодов, заместителем Дмитрий Нечаев. Именно на их плечи ляжет непростая задача – выбирать из представленных кандидатов самых активных и продвинутых. Подать заявку на конкурс могут жители Твери от 16 до 30 лет. Для этого необходимо заполнить заявление в произвольной форме и анкету. Ее можно найти на сайте Тверской городской думы, представить конкурсную работу. Это может быть либо эссе, либо проект развития, в котором нужно рассказать об актуальных проблемах города, идеи и методике их решения, ожидаемые перспективы. Молодежь непосредственно будет участвовать в деятельности муниципалитета и такого органа, как Тверская городская дума. Их инициативы, которые будут касаться не только молодежной политики, но и жизни вокруг, например, защиты животных, волонтерская деятельность, то, что касается благоустройства территории, в этом году особое внимание будет. Нужны идеи молодые, здравые. Критерии отбора конкурсных работ таковы. Они должны соответствовать основным направлениям социально-экономического развития города, возможности реализации поставленных целей, практическая эффективность, сотрудничество с органами власти разного уровня, коммерческими и некоммерческими организациями. Прием работ и заявок начнется 1 марта. Важно дать возможность тем, кто хочет, тем, кто чувствует в себе силы участвовать в управлении, приносить пользу обществу, дать им возможность в цивилизованной форме вот этим заниматься. Я думаю, что молодежная палата как раз это одна из очень неплохих форм для того, чтобы молодежь имела такую возможность. Материалы будут приниматься до 19 марта. Предоставить их необходимо в конкурсную комиссию по адресу: город Тверь, улица Советская, дом 34, кабинет 130. В рабочие дни с 9 до 17.30, в пятницу до 16.30. Подробная информация на сайте Тверской городской думы.